Привет, ребята. Кто где? А Перч в Италии. Ребят мои, я приехал в Мадрид. Вот, смотрите. Нахожусь вот так вот в таком вот местечке. Интересно, это искусственно или настоящее? Настоящее. Пошлите, покажу вам, ребят, где есть. Вот в таком вот местечке. Вот это такой йога-центр, который основала очень богатая женщина в Италии, в Мадриде. Вернее, не в самом Мадриде, тут небольшой такой городок. Такой центр красивый. Вот там еще второй этаж. Сейчас покажу. Второй этаж. Там, видите, дырка. И там еще огромное такое место. Там кроватей целая куча. Все итальянское. Привет. Все красивое итальянское. Все итальянское. Вот такое место, ребят, для богатеньких итальянок. Для богатеньких итальянок. Вот она встречалась с Сайбаба. Да? Сайбаба, кажется, его зовут, от этого дядечка. Ну, она была в 2011 году у нас в Ашраме. В 2012-2011 году. Вот такие дела. И собирался ехать сюда выступать. Ну, и кухня. Такая кухня, мои вещи. Вот. А здесь собирают вещи, это, короче, бедным отдавать. Я говорю, ой, как вкусно. Я говорю, ля, какие вкусные эти печенья. Можно, говорю, я возьму 7? Она говорит, фу, это же для бедных. Не ешь, это для бедных. Прикинь. Тут столько вкусного, тут всякие итальянские вкусняшки. Да, типа там фралини. Какие-то фралини. Потом вот еще какие-то, чоколе. Или вот еще, какие-то. Крокотти. Я попробовал, слушай, вкусное. Гранелли, господи, гранелли, крокотти, маракотти, пламкейки какие-то, в общем. Куча вкусного, но есть нельзя, ребята, потому что это не для людей, это для бедных людей. Я говорю, так а что? Она говорит, ну это для бедных людей, мы такое не едим, это для бедных. Это же для бедных людей. Такие дела, в общем. Я так и не понял, почему я не могу съесть. Ну, это для бедных людей, тебе есть не надо, это для бедных людей. Вот красивые такие всякие штучки, дрючки. Вот. Возвращаюсь я, ребята, вылетаю я 13 числа. Я здесь 2 дня. Вчера у меня был очень большой семинар, наверное, 6 часов. Вот, и сегодня у меня тоже большущий семинар. Сегодня мы тоже, в общем, будем тут заниматься. А после этого я должен полететь в какой-то другой город. Но у меня еще билетов нет. В общем, я не знаю, в общем, что будет. Как я, с кем лечу, куда я полечу. В общем, такие дела. Пожелайте мне удачи. Я пока, честно говоря, ничего не видел. На улицу вышел только один раз. Вчера вечером купил себе пиццу и вернулся, потому что очень сильно устал. Я сегодня, если у меня будет возможность, я возьму камеру, конечно, пойду погуляю по городу. Единственная проблема в это, вот тем, что в Италии у них вот такие странные розетки. Гляньте, какие. А это двойная. Это нормальная розетка. Господи. Вот. Какие-то у них тройные розетки вот такие. В эти тройные розетки ничего не заходит. Потому что у меня американский этот
разъем для компьютера американский. А это нормально, вроде сейчас надо поставить, зарядить телефон. Ладно, ребят, давайте все, пока. Ну, в общем, это я только в помещении. Вот вчера просто очень, я очень устал, я не спал практически всю ночь. Летел, потому что на самолете, пересаживался с одного самолета на другой. Вот он приехал, сразу у меня начался семинар. Вот потом семинар закончился, я просто очень уставший вышел, купил пиццу, сожрал, не знаю, пицца, Италия, обычная пицца, обычная, совершенно простая пицца. Вот и завалился дрыхнуть. И вот сейчас только проснулся. Вот, так что я надеюсь, вечером пойдем куда-нибудь погуляем с вами. Все, давайте, пока.